Пит, обстановка в Брянске остается напряженной. Ужесточение контроля за соблюдением масочного режима в общественном транспорте – необходимая мера. Мы посмотрели, как работает процедура изнутри. Большинство граждан проявляют сознательность и носят маски. Тех, кто этого не делает, в первый раз ждет предупреждение. За повторное нарушение – штраф. В среднем это 5000 рублей. Предупреждаете пассажиров, чтобы маски одевали? Обязательно. За минувший месяц на безмасочников составлено 173 протокола, 59 из них на минувшей неделе. Вместе с тем заболеваемость COVID-19 по Брянску выросла более чем вдвое с начала осени. 3916 заболевших за минувший месяц. В сентябре их было 1800. Берегите себя и своих близких. Соблюдайте масочный режим в общественных местах. Александра Савельева, Алексей Рязанцев. События. Брянск.